друзья, закончился малого шлема. Мы берем интервью у Игоря Чукасова, специалиста по крепким спиртным напиткам, особенно по виски. Скажите, как ваше впечатление? Мне показалось, очень много интересных находок, очень много экспериментов и очень много того, что как бы еще не готово для массового потребления, но уже обещает много. Потому что, скажем, эксперименты с бочками, эксперименты там, с сухими дистиллятами, разные смеси, там кукуруза, ячмень, соложенный ячмень, несоложенный ячмень, очень интересно. Вы что-нибудь выделите из того, что попробовали? Да. Например? Это будет реклама? Ну нет, но вы же понимаете, что эти напитки невозможно купить, да, официально, да. Поэтому мне понравилось, как же это может многое быть рекламой? Что сделал Суходол. Мне понравился Евлагон, как всегда, особенно его пиво. Это было пиво 1, это было пиво 2. Одно делается на базе бельгийского эля, другое делается на базе эля, называется красный эль. Эль какой-то, не знаю, типа гитарный эль. Но у Саши Гаретного стабильное оно в аромате, во вкусе и финише, оно одинаково, гармоничное пивное, причем в еще много вещей, которые, скажем, сами авторы выливают, потому что они говорят, не получилось. Я говорю, ребят, это у вас свежий продукт, свежий продукт. Если вы закупорите бутылочку, положите его на раннюю полку, на полку на лучший год, через год оно соединится в единую слезу, называемую, чисто молекулярно, биохимически. И получится то, что, в общем, народ будет пить и расслабить. Но в целом вы оцениваете положительно данное мероприятие, то есть надо проводить это дальше. В целом, да, поскольку самое главное, что тут не премии важны, и даже не зрительские симпатии. Тут важна обратная связь от участников. Попробовали, нам понравилось, мы тебе сказали, что да, это хорошо, это интересно. Ты думаешь, ага, как? Я что-нибудь буду делать в этом направлении дальше. Или нам не понравилось, а, я закрываю. Спасибо. То есть это мощнейший стимул для производства. У нас проблема, конечно, сейчас с правовыми аспектами этого винокурения. Но это, мне кажется, очень важный этап для понимания того, что мы делаем, на каком уровне мы делаем. И уровень растет, каждый год все больше и больше. Игорь, скажите, вы являетесь специалистом по виски. Конкурируют ли представленные на этом конкурсе образцы с виски? Не конкурируют. Это вообще другая тема. Даже те ребята, которые сделали продукт, который назвали виски, это, по большому счету, не виски. Но это интересный эксперимент в другую сторону. То есть у них у всех маленькие бочки, номер один, все. Значит, у них все получается на маленьком промежутке времени, в маленьком объеме, очень быстро, очень эффективно. Через полгода в маленькой бочке у вас уже не виски выдержаны, а одеколон. Настолько интенсивно проходит процесс. Поэтому все, что здесь делается, оно не может быть конкурентом и как бы технологически сравнимым с виски. Другая вещь, другая тема вообще. Понятно. Поэтому, знаете, мне понравилось больше всего то, что не выдержано. То, что свежий, вот сделал свежий спирт, попробовал его, шикарно, все, рекорд. То есть получается, что нашим домашним винокурам, чтобы достичь уровня виски, надо уходить в большие бочки, либо развиваться просто параллельным курсом. Да, нужны большие бочки, очень большие бочки. Чем больше бочки, тем более мягкий процесс. Но нам это не надо. Потому что если вспомнить 19-20 век, начало 20 века, реклама шотландских винокурен. У нас самые свежие виски, вчерашние выгонки. То есть свежие виски без бочки. Это было преимущество от конкурентов. И реально, когда пробуешь спирты, будучи на винокурен в Шотландии, они такие все душистые, хлебные, заводовые, сладкие. Там есть пряности, которые обычно в ходе выдержки достигаются. Но они уже есть в исходном спирте. Чего же вообще надо? Делать его нормальной крепости, там 43-46, лучше 50, это на любителя. И разливать, все будет хорошо. Понятно. Спасибо за оценку данного мероприятия. Спасибо.